Прием, прием. Здорово всем, с вами Хилл Хёртс. Это великолепная, невероятная, умопомрачительная игра, которая называется Moon's Curse. В общем-то, на стриме мы добрались до босса, и сейчас мы будем любиться с боссом. Я люблю любовь. Люблю еще больше любовь с боссами. К сожалению, не помню, как туда идти, сейчас придется вспоминать. Будет много клацаний на фоне, дамы и господа, так что будьте готовы. Босс душный, просто до невероятности. Очень сложная собака. Сейчас я вспомню управление, это атаки. Господи, ну и подлаг. Это обилка, это парирование, это исцеление. Окей, попробуем не залажать. Ну а перед самым началом просмотра я бы хотел вам порекомендовать канал MassPlay. Здесь можно найти домашнюю, уютную атмосферу. Каждый день новый ролик, а иногда даже чаще. Все крупные тайтлы в 4К 60 FPS. Есть гайды по прохождению боссов. Автор просто любит играть в видеоигры и будет рад единомышленникам. Давайте поддержим мужчину, ссылка будет в описании. Вот, на самом деле, должно получиться рано или поздно. Потому что если долго мучиться, то что-нибудь получится. Хотелось бы уже пройти игру все-таки, чтобы испытывать новые великолепные эмоции. Надо исцелиться, пока не поздно. Угу. Собака достала своей длинной хренью. Блин, вот девка, я бы с ней это посмотрел киношку. Наверное, полечусь. Паук позорный. Полечусь, говорю. Говно, нихера, никогда эта штука не попадала, поэтому я и не был готов к этому. Так, это только я всегда ловлю. Это я люблю, отлично. Да, все, минус лицо. Что с лицом, Владос? Как вы можете заметить, собака еще там. Все, изнасиловали. Просто как ребятенка, пипец. Скорее всего, мы будем долго на ней мучиться. Я вам по секрету скажу. И это только первая, мать ее, фаза. У меня самая большая беда в том, что сейчас поздно уже. Первый час ночи, и немножечко реакция может быть и замедлена. А может и нет, может хрен его знает. Буду пытаться до тех пор, пока не получится. Ну, в принципе, как и всегда. Буду осторожно делать. Думай, что делаешь, Владислав. Владос, это не сложно. Делай вещи. Почти как-то это ошибка. Обосрался. Просто очень прям невкусно обосрался. Просто пипец. Просто жесть. Еще в другую сторону бьет. Хитрая собака, шустрая, быстрая. Чудом, что не нанесла урон. Еще полипы постоянно вырастают. Это тоже очень сильно мешает. Пауки позорные появляются. Она могла развернуться и сделать еще одну атаку, но нанесла. Сейчас я обосрался. Очень так жиденько, знаете ли. Как я люблю. Нормально, плечусь. Не против, красивая? О, она второй атакой достает в любом случае. Едит меня в ногу. Как же дерет эта девка. Оля, попа поворачивается. Руки на стол, да, мы сюда. Так, первая фаза там. Изи, легчайший. Первая атака. На. Чу-чу, подружку. Хрена их там. Мама родная, что творится? Ну, вы понимаете, градус сложности. Она зовет подружку, мне бы теперь с двумя... С одной это сложно справиться, она еще и подружку зовет. Не представляю, насколько это все затянется. Ну, главное, чтобы все мы вместе с вами, получали непревзойденное удовольствие. Правильно же? Я думаю, правильно. А остальное все мелочи жизни. Думал, не попадет, но собака попала. И чувствую, прям у нее под ногами. Думал, будет следующую атаку делать. Не успел. Нажимал кнопку ворота, дамы и господа. Кнопка как будто не прожалась. Мне бы критов побольше. Я обосрался. Я, по крайней мере, всегда честно признаюсь, что я обосрался с подливочкой. Не увидел. Поздно увидел, что там херня набухает. Как бы... Ну, я видел. Я не успел делать даже. Я видел, дамы и господа. Все было под контролем, но я обосрался. Какая попытка уже? 18-я? 990-я? Блин, я поймал. Отстой. Отстой, Петрович. Как вторую фазу превозмочь? Я не знаю. У меня, блин, баб нормально. Нет, что самое печальное. Что тоже на самом деле достаточно грустно. С английского на русский. Криты, Джонни. Мне нужны криты, дружище. Я люблю, когда криты. Я так люблю, когда криты.
Она, если я далеко отхожу, делает вторую атаку обязательно. Два крита подряд было, прикинь. Два, мать его, крита. Едите, тюбер, мега, пупер, гипер, урон. Блин, два крита бы бахнуть. Видите, как профитно было бы два крита сразу. Ну, примерно как сейчас. Вторая атака, хорошо. Зажадничал, зажадничал, ладос. Ну что ж ты, жопа такая жадная. Так, я левелапнусь, я хочу healing power. I need some heal, motherfucker. Я не знаю, что она делает в этой фазе, я первый раз играю. Лол. Просто без урона, что ли, можно это пройти? Она хрень будет делать сейчас. Летать, если я далеко отойду от нее. Она просто крутит своими перьями. Перьевая баба. Баба-баба с перьями. Люблю вкусных баб с перьями. Как мансить-то от этой фигни, не понимаю. До конца не понимаю пока что. Вроде понимаю, а вроде и не понимаю. Вот сейчас не попало, странно, два раза. Очень странный босс. Может, я просто замажу ее? Если получится. Ах, сука. Вижу сверху. Серьезно, победил? Охренеть, а я хорош. Я просто думал, я всю серию буду с боссом биться. Я его отлил. Крутой босс, крутой, понравился, вкусненько. Whistle, it's Clift. I killed Wanda for nothing. Не убила ни за что. Now Grey Irma can dash for longer distances and traverse chasms. To use the super dash ability, hold the dash button while super dashing jump to reach even further. Hold super dash, okay. Так, item found. Wanda's super dash. Ух, ни хрена себе. Мама родная. Это шо? Это чемпионский дэш. Тун-тун-тун. Это пацанский мув. Нормально так. Только я вообще без понятия, куда мне идти. Я честно вообще без понятия. Туда можно идти? Я там не был. Идем до какого-нибудь костра дойдем. Ты скульптор? Dark Horror. This is the hidden chattering the Aeon Bean. Keeps happening. Killed Wanda. I killed Chakran. Все, говорит, убила. What have I been doing? Say now. Скажи мне, maybe, возможно, maybe it was all user run. You told the Pristines never cleave, impossible approach, faultless. You said, Cleft they suffered and made they suffer too. You know the run. I won't forgive you for Wanda, I won't forgive you for Hokran. You and alone made them cleave by design for the greatest good. And that force that possessed Wanda's body. What happened to your face? Ну, на самом деле, ничего прям такого сюжетного нам не дают. Ну, просто посмотри на этот пацанский мув. Так, я даже не знаю, куда я хочу идти, на самом деле. Я много куда бы хотел сходить, но никуда не схожу. Это обычно у меня бывает. Я просто буду наносить урон. Пики точеные, мимо. Можно прям дальше, пики точеные, мимо. Вот и все. Well done. А, тут сейчас эту хрень делать. Ну, в принципе, можно, почему нет. Лол, на ней можно флексить. А, шипы не заметил, вообще не заметил, господа. Просто упоролся чуть-чуть. Жух, вкусничка. На самом деле, наверное, просрал. Зеркало, да, просрал уже. А, поехали, я не знаю, куда. Давай вот сюда, Mold Workshop. Возможно, здесь нам что-нибудь расскажет интересное. Find Lanos, Laios. Yes, find him for only Laios on the true vessel. Find Laios and he will break your pretty clay head. Ехе-хе. Окей, у нас есть какой-то квест. И ну, перед этим, дамы и господа, нам всем очень сильно хотелось бы испытать прокачку. Learn. Так. Мне сказали паразит топ. Качаем паразита. Максимальная прокачка паразита. Потом еще эту хрень бахнем. Что-нибудь здесь. Не знаю, что-нибудь прокачаем, не уверен. Так, мы... Нет, weapon right. Я бы на самом деле пошел в High Castle. Я бы пошел к Тяночке. Я так хочу к Тяночке подойти в гости, рассказать ей, каких успехов я добился, и посмотреть, что она может мне предложить взамен. Можно, смотри, можем на High Castle вот сюда пойти. Там были закрытые места, насколько я помню. Можем пойти вниз
Направо. Сейчас посмотрим, куда пойдем. Камин, вилла, кровь, найт, красирма. Ничего интересного. Окей. Позвони по томному билу. Давай направо вниз, потому что туда я тоже не ходил. Или ходил, подожди. Получается, локация называется Rose Bowler. Да. Тут я, по-моему, не был. Могу ошибаться. И гангер на меня не напал. Слушай, я сюда могу пройти? А нужно ли это мне? Я же явно не просто так туда дальше не пошел. А, мне сказали, их как-то только магией типа можно пробить. Уж меня насилуют. Хят очень хорошо травят. Очень эффективно. Экстра. Видите, у них типа щиты, я их не могу пробивать. Почему я дальше не пошел-то? Подожди. А, лол, серьезно? Угу, key required. Последнее место, которое я помню, куда я могу еще пойти, без просмотра какого бы то ни было прохождения, это верхняя часть замка. Чем мы с вами сейчас и займемся? High Castle. Получается, Zed Chamber. Не, подожди, вот это. Не уверен до конца. Как называется? Вот смотри, можно варпаться. Можно в любое место варпаться в замок, как-то мне это объяснили, типа. Тыкаешь с любого места и на треугольник долго жмешь. Не работает. Я же делал это. Треугольник зажимаешь, а типа варпаешься. Подожди. Или туда просто неактивно какого-то хрена стало. High Castle. The Chamber. Не, вот, The Memorial. Спокойно, без проблем, без понятия, почему нельзя. И давай попробуем посмотреть, куда можно пройти и куда нельзя пройти. Ну так, чисто одним глазком. А, тут тупик, тут секретный секрет, мать его, ни хрена себе. А зачем? Ради чего, Джонни? Если бы я мог знать, может пробить можно? Не, никаких взаимодействий не получается, жаль. Куда ж тогда идти? Сюда выходит. Не помню, был ли я здесь на самом деле или нет. Нормально. Почему на него шипы не сработали? It's very strange, motherfucker. Ла-ла-ла. It's the motherfucker, и доктор Дре, motherfucker. Я могу дальше пойти. Зачем ты это сделал, дружище? Ладно, я могу пойти, и это хорошо. В принципе, это не ошибка, по всей видимости. Прыжочком мы быстренько пора прыгаем. Вот, и здесь уже были тупики. Вот это я могу теперь пройти. Что я, собственно, и сделаю, на самом деле. Ну, смотри, теперь этих тварей тоже хрен пробьешь. Я все равно по зиру ДПС наношу. Неприятно. Не буду же я всегда ядом их бить, правильно? Ну, согласитесь, это странно было бы. Это было бы очень странно. Ой-ой-ой-ой-ой. I have no idea about this. Ну, походу, тупик, слушайте, дамы и господа. И что делать? А, я сюда не пошел, потому что мне было страшно. И хора не хватает, прикинь. А зачем мне теперь дэш этот нужен? Если это не сильно полезно. Какой в этом всем смысл? Просто бездарная трата хп и всего. Ладно. Я же, по идее, где-то эту обилку должен теперь заюзать. Я так полагаю. Где я должен, я без понятия, если честно. Блин, думал, не попадет собака. Низил. Ловушки, бомбы. Сложная тварь. Угу, его хрен пробьешь, смотри-ка. Он с защитой вылез. Просто выстрелил в него. Окей, дело сделано. The deal is done. Можно направо сходить до упора, потому что здесь я не вижу возможности куда-то пойти. И опять же, нахер мне этот дэш нужен? Ну, вот без шуток просто, значит, нахер. Без вариантов, я здесь ничего не могу сделать. Там я, в принципе, слезь, овца кудлатая. Тоже ничего не могу сделать. Если только не вот так. Это лишено всяческого смысла, потому что я лицом танкую. Очень странное решение, ну ладно.
Видимо, мне сейчас придется идти прохождение смотреть. Ненавижу, блин, эти игры, потому что, сука, ненавижу Metroidvania. Ну, сорян, дамы и господа. Ну, не мое Metroidvania вообще. Я при всем уважении стараюсь, но ни хрена не получается у меня понять, куда идти. К сожалению. Да что же они все со счетами? Что за бред? Кто придумал этот величайший геймдизайнерский ход? Тут дебил какой-то отбитый, наверное, на голову. Максимально ублюдское решение с моего скромного взгляда. Ладно, пойдем дальше просто. А, здесь тоже не пройти, по всей видимости, будет. Серьезно? Ну, это, конечно, вкуснятина. Я здесь тоже не могу пройти. Да, я пошел смотреть прохождение. Как я это люблю. Просто вкуснятина. Хотя, подожди, здесь еще направо можно было до упора сходить. Помните, через шипы? Было великолепное место. Отлично. Люблю, знаете ли, лицом танковать. Не увидел. Не увидел. Виноват, виноват. Испытал ошибку. Здесь тупик. Ну, здорово. Ну, обосраться просто. Ну, одним глазком я поглядел прохождение. Короче, я так понимаю, мужчина ходил... Сейчас я вам покажу, куда. Он пошел ту локацию, да проходил, в которой мы с боссом бились. Нужно ли это решение, я до конца пока не уверен. Но он сделал именно так. Глубинные. Очевидно, вот этот портал. И он куда-то наверх пошел. Плохое слово не сказал. А, ну отлично. А, вот настолько отлично, окей. Так, он меня наверх привезет. Мне еще выше. Ну, здорово. Это мне пожить. Блюдки тупорылые. А, вилки нет, ни хера, ё-моё. Ну, с этим попроще будет. Так, как я люблю, сильно клацаем на клавиши. Испытываем не фиаско. Что, пацаны, лицо открываем? А лучше рот сразу. Легли, прилегли. Куда-то сюда он ходил, тут куча неписей была. У него, по крайней мере. Маленький кити-кити, little kitty. I'm here, bitch. А что ты там машешь своими обилками, братик? Ну, открывай лицо. Сука, мразь никчемная. Я хотел вернуться и полечиться. Просто гнида. У меня такой билд охеренный был. Дерьмо, блин. Всю награду, которую мог заиметь, просрал. Какой ублюдосный противник, мама родная. Просто говном воняет. Куда ты прыгаешь, красавчик? Пошел в анус. Ублюдос позорный. Просто, конечно же, здесь не один, а дохера этих ублюдков будет сразу. Постой сюда, иди, братик, постой. Посмотрим, что с твоим лицом произойдет. А где мои эти? Ну, душа. Все, профукались. Ты далеко не уходи, давай, да? Я же знаю, ты сейчас мразот своих позовешь. Вы же по одному не можете, ублюдосы позорные. Просто лица уносят, наверное. Ну, это вообще законно? А, это тестировали вообще разработчики? Или это по приколу было? Я просто до конца не понимаю. Хоть кто-то попытался это протестировать, говно? Это аномальная дичь. Сука, даун просто делал. Простите, у меня жопа уже сгорела. Я что-то прям порвался. Он же даже не попал. Почему урон-то наносится? Нет, кстати, весьма эффективно помогает на самом-то деле. Ну подходите, мразь, подходите.
Че, мразь летательная, давай сюда иди. Не, ну вы подходите, я вам тоже по щам сейчас дам. Посмотрим, кто кого. Такие красивые, ловкие, смелые, умелые. Обоссаться просто. Ммм, вкуснять. Она что, полечили? Ублюдосы тупорылые. Это злость становлюсь. Они нового создали, ни хрена себе. Просто плод любви. Блин, ну два таких противника ставить в одном месте, ну не даун ли разраб? Ну сорян, конечно. Ну просто откровенно, ну не даун ли он? Ладно, пусть он говна моего поест. Я просто прошу прощения, это идиотское решение. Просто, ну реально, ну дебил делал. А другой дебил упал. Ладно, постараюсь не гореть раньше времени. Что-то я быстро начал гореть. Блин, и что тут делать? Просто с этими мужиками подраться? Что делать? Я не знаю, как запрыгнуть. А, без проблем так делает. Да, братишка сам себя выпилит, это и... Все, как мы любим. Просто дальше пойдем. Да и фиг бы с ними. Так, есть возможность пойти сюда? Но здесь работяга. Причем не самый простой. Что-то прям на криты повезло очень сильно. Не помню, что он делает вообще, если честно, дамы и господа. Нам это уже не важно. Так, я могу вниз пойти, если очень хочется, да? Но нужно ли мне это? Я нас... Ух ты, стоп, блин, вкусненько. Вкусненько, вкусненько. Я не должен с ними драться, просто не... Я молчу просто. Ну, вот адекватный человек не сделает такой урон. Такой урон сделает только просто отбитый кретин. Плюс это у меня бонус стоит с тем, что я меньше урона от этих получаю. Ну, от проджектайлов. Угу, получаю меньше. Могу прямо отсюда прыгнуть? Да, могу. А дальше чё? И дальше. Смотри, какая мразь. Просто, сука, дебил отбитый, вообще слов нет. Чуть-чуть токсичный, злой сегодня. Дурачок сам убьется сейчас, по всей видимости. Серьезно? Жища, тебе тут немножко не это... Не место. Если ты не в курсах. Так, я пойду дальше. Пошли в жопу души там. Ну, 3000, хрен с ним. Я просто не пройду это место. Я адекватно понимаю, что не пройду это место. Вниз прыгаю, он не прыгает. Ну почему? Да потому что говном воняет. С этим, конечно, попробую разобраться, если успею быстро. Если... Ну, крит бы уже 10 раз все проблемы мои решил. Ну, ни хрена. Прыгает на пол локации. Теперь с ним драться полдня придется. Дело сделано. Ага, спел, торнчес. Давай возьмем. А я забыл даже, как это пробивать, если честно. Так. Очевидно, выше. Куда-то едем. Коту можно приехать в гости, но кот не согласен. Есть дорога налево, и здесь у нас сережка. Здесь какая-то жопа. Есть еще направо дорога. Мы направо сходим, поглядим. Это лестница? Да. Куда? За секретным секретом. Все как мы любим. Что же здесь у нас? Здесь какой-то бонус. Right, like, еще часть мужчины. Так, баран, который стреляет высасыванием их ура. И наносит какой-то урон. Неприятно. Что-то какое-то новое место. Я тут, походу, не был. Сейчас выйду, не пойми куда. Я даже не знаю, нужно ли мне сюда идти. Или рано сюда идти. Понимаете, в чем беда? Ну, я еще эту часть не исследовал. И ради чего, получается, тогда сюда иду? Блин. Кажется, сюда рано.
Сначала надо влево пойти. Давай сходим. Что у человека на прохождении, я здесь кучу противников еще дополнительных видел и неписей. И, конечно, разумеется, давайте поставлю здесь маркер, то, что сюда можно пройти. И постараюсь потом не забыть. Есть опция прыгнуть? Нету. Ох, йоу, это прям жопа будет. Ой-ой, хорошечная жопа. Можно просто пройти? Я попробую. Пока типа не поздно. Да, он меня отвезет. Ну, серьезно, это просто неадекватно по прохождению. Ничего не произойдет. Здесь spell damage increase как glance of cast. Приятно, ладно. А вниз тоже можно еще, по всей видимости. Давай на низ. И еще на низ. А, он только вверх и вниз. Тогда, подожди, ну там же место есть, я же прям вижу. Я же вижу Джонни. Ты бы не отдал ему, человеку из толпы. А, вот, смотри, без проблем. Блин, я даже не уверен. Хочу ли я? Ой-ой. Дурачок я, походу. На ловушку попался. Ловушку по отъему ануса. Население. Отнимают анус, но я не отдам. Это мой анус. Еще один. Ну, действительно, одного же... Сука, одного же было мало. Разраб, какой ты... Кретин просто, просто кретин. Вот. Если бы была моя возможность заставить разработчика жрать говно, я бы прям ложку ему даже дал. Подписал бы. Я бы с ложки кормил, вот честное слово, дамы и господа. Я бы кормил, говорю, братишка, вот ты сделал игру, ну поиграй, приешь сам, пожалуйста. Ты должен вкусить, вкуснятинка же получилось. Не ходи сюда, дебил, тебе не рады. Звездец просто. Пошел. Дай, думаю, посмотрю, что там интересного происходит в этой локации. Ага. Анус разорвали. Интересное шо трындец. Левелап все равно ни хрена не хватает. Так, вроде правильно бегу и потом налево смогу пройти. Вроде бы не закрывается ничего. А, лол, тут вон как даже. Ну и тем более. А, я после этого... Блин, тогда надо пройти и попробовать. Там... Там награду дают. И здесь как-то можно награду получить. Слушайте, дамы и господа. Видно, придется любиться. Ублюдски сделаны лифты. Просто ублюдски. Пописать разработчикам в глаза за такое. Да, какое дерьмо. А как туда попасть? Никак получается, да? Отличный план, разработчики, отличный план. Просто сами понимаете, там можно что-то топовое взять. Давай, ублюдос. Просто очень надеялся, что эта дура ударится об эти. Об шипы и сдохнет нахер. Сука, ну хоть один крит, ну хоть один крит, мразина-то вонючая. Просто даун это делал, ну просто отбитая дура. Сука, полчаса идти в эту залупу. Ну какой баран это делал? Их ублюдосов хер спарируешь, сука. Трындец, жопа горит. Без прокачки, может быть, не хватит немножечко. Ну, пройти финального босса потом. И босс просто, ну, пташка по сравнению с этими дебилами, которые на локации расставлены. Ненормальная кривая сложности. Очень забавно, если бы я сейчас не допрыгнул. И я бы орал очень громко. Еще раз пробовать? Я даже не уверен. Хочу ли я заниматься любовью еще раз? Там будет короткая дорога и награда какая-то. Как сюда попасть, без понятия. Здесь мои понимания всего.
Может, я Дауна себе на помощь позову? Этот Даун сдохнет, потому что он дебил. Он сдох уже. Ну, просто дебил. Так, это было несложно, кстати. Это, кстати, было даже очень просто. Это определенно того стоило. Это обоссаться так того стоило, дамы и господа. Я не зря сюда пришел. Я сам себя успокаиваю просто. Потому что как иначе, сами понимаете. Вот эта дура просто звездец дамажит. Я ничего не могу сделать, я просто не попадаю по этой псине. Колбасине. Просто сука. А, то есть вы настолько, да, летуны космические, ублюдосы позорные? Давай-давай, подходи, я тебе сейчас расскажу, кто ты тут. Кто батя, а кто чмо дельфинья. Проститутка. А, это парить нельзя, вы поняли? Просто обоссаться. Просто повезло, что критануло. Просто повезло, что сработал critical shot. Пропустил, смотри. Не знаю, хорошо ли это, плохо ли, но меня куда-то пропустили. Нахрена это? Ну, просто убежал, и даже драться туда с этой дурой не буду. И нахрена мне это? Special Clayborn Ability. В смысле, куда-то нужно обилку какую-то использовать, что-то не пойму, что от меня хотят. Нахрена тут про обилку пишут? Я же и так без проблем могу. Я, то есть, бесполезно, я не могу допрыгнуть. В чем? Так, суканы вонючие. Я очень замедлен почему-то. Посмотрим, пацаны, кто кого. А, нихера они меня травят. Мам родная, что с лицом? Походу, они меня даже. Не поверите, дерут. Триндец. Сложно. Так. Я просто в ахере, какой урон у этого мужчины. Короче, я-то в рот топтал. Сверхразумного дебила, который придумал, что здесь что-то здорово можно делать. Пусть говна поест. Я пойду наверх тогда. Направо, наверное. И на этом эту самую серию закончу. Уж слов нету. Жопа горит. Что-то я прям выгорел немножко на этой серии. Честно вам скажу. Братан, вот специально для тебя добью псину позорную. Я не жал эту ссаную обилку. Опять же, что-то до конца хорошо обилка не юзается, как должна, как должна. Может быть, я, конечно, что-то не так делаю, но что-то мне подсказывает, что все я делаю верно, просто игра немножечко неправильно меня понимает. У нас недопонимания минималистичные такие, знаете, небольшие. Полшишковые недопонимания, короче. Нам дальше. Лифт уже должен был приехать. Обычно, когда я сюда придешиваюсь, он всегда стоит здесь, меня ждет. Но, видно, не сегодня. Сегодня ублюдский лифт говорит: братан, я не буду работать. Говорит, выходной. Я ж петух, у петухов всегда выходные есть. Нет. Фух, повезло. Так, мне направо. С вашего позволения. Позвони потом. Просто пробегу. Опять же, можно пойти
направо, но там не уверен, что я смогу потом вернуться. Да, я там не вернусь уже. Если я падаю, это все, дорога в один конец. Давай тогда пойдем туда, где не дорога в один конец. Мне кажется, это здорово. Когда у меня будет возможность вернуться. Где мы? Хрен знает, где там, господа. Так, ну тут тоже драть будут. Ванпаудер. Ванпаудер, котик. Котик убег. Икс-иринг. До хрена всего у нас. Ну, наверное, рано. Подождите. Давай тогда до этого алтаря. Здесь сейчас что-то мне будут рассказывать. Очень интересный сюжет. Просто обоссаться, дамы и господа. Даже не представляете, как я люблю сюжет. Но мне что-то новое рассказывает, это я видел. И вот у человека, чье прохождение я смотрел на английском языке, там было дохрена всего. То есть он уже имел возможность с кучей неписей поговорить. Я как минимум двух профукал. 2000, нифига себе. Очень интересный сюжет. Я прям просто горю нетерпением узнать сюжет. Честное слово. По 2000, нихрена себе подарки судьбы. Кто хочет, разумеется, читайте на паузе. И я же, к сожалению, не знаю английский лангвага. Достаточно хорошо, чтобы хорошо читать. Так что, что могу, то могу. Что не могу, то не могу. Там ничего нет, я даже тогда не буду. Просто дэшнусь отсюда. Так, ну, наверное, на этом закончим. Премного всех благодарю за просмотр. Всем всего хорошего, счастья, здоровья, играйте в хорошие игры. Я не помню. Вот, если что, можете подписаться на группу ВКонтакте, на Телеграм-канал. Если кто-то хочет поддержать материально, есть Boosty. Ублюдская система телепортации. Просто обоссаться, какая она нелогичная. Тот, кто придумал, просто, ну, дурачок явно отбитый на голову. Сорян за такие слова. Просто как это иначе объяснить, а хрен знает. Дорезал кое-как. Сейчас берем бонус хороший на Хелс. Либо на Ихор. На Хелс, наверное, пригодится больше. Вот, и в ближайшем будущем будем стараться проходить. Как-то так, всем доброго, удачи, играть в хорошие игры. Огромное спасибо спонсорам канала, а также всем спасибо за просмотр, и надеюсь, что видео вам понравилось. Если это так, то можете поставить лайк и подписаться. Это очень сильно мотивирует стараться лучше и больше. Также можно нажать колокольчик, чтобы не пропустить новых роликов. У нас все честно, если не понравилось, ставим дизлайк. В описании всегда есть интересные ссылки, также можно посмотреть и другие мои ролики. Всем всего хорошего, счастья, здоровья, чтобы все у всех было хорошо. С вами был Хилл Хёртс.